Да, конечно. Пошли, трешак. Там пару человек нету. Здорово. Здорово. Гиз там... А, нет, канули уже, нормально. Зачем этих пулять? Не надо было их пулять. Тут репы нету. Да, тут репутация, не продаются кольца никакие за репутацию. Ну, теперь сами разбирайтесь с этими мобами. Чтобы не сдыхать, надо не заходить под ебало мобам, которые бьют рассекающим. Чтобы не откидывало, можно либо отбежать от моба. Это тактику рассказываю, если что. Либо можно дать стан или фир мобу, который кастует взрывную волну. Вот на данный момент 4 моба сагрены с взрывной волной. Смотрите внимательно, заливайте. На Хела в онлайн. Здорово, Нура. Здорово, Лех. Кому шмот не надо, на замене посидите там. А я бы чешку забрал. Ну давай, заходи вместо меня, пойдешь. А чё, вас фул? Да. Перефул. А, перефул даже. Но на целка могу пообкашить. Сейчас подумаем, может быть. Я и по ТРС-ку могу пообкашить, так убить. А тебе, Костя, там ничего, да, не надо вообще? Ну, смотрите, определяйте сейчас. Ассисты у всех есть там. Кто не хочет или хочет посидеть там. Пати кидайте там тоже, то и танкую. Ну, как бы тут даже одно место есть. Под хила, видать, оставили или под кого-то. Смотрите сами там. Ну, это Тараус, я сейчас быстро на другой интернет переключусь. Сейчас снова пинговать начинает. Подхилите там. Прием там. Медведя похилит кто-нибудь. Я ебал в рот вот это зачарование, слышишь, ТТГ. 500 баджей и не нарулил чарку нахуй. А, это вечная история. Так, А ты еще немного. Костя, Костя, немного терпения, и все будет нормально. Я тоже тут раз сколько 500 слил, нихуя не получил. Потом просто с третьего тыка бах и получил. Я что-то манал, это, блядь, Двойную ждать. атаку сраную не могу нарулить. А, двойную атаку? Да. Че, серьезно, что ли? Нифига себе. Да. Уже, так это уже второй раз я 500 слил. У меня двойная атака, короче, когда я реролил, но каждый второй раз попадалось. Вот сейчас и на ДК, и две чарки Навара выпали, и крит, и хаст выпало, и тикающее на 320. Ну да, КД не получите. Там И посмотрим. две чарки Паловские. Я вот не знаю, обычку пойти или Геру. Ну, на Геру нужны люди посильнее одетые. Какие-то, кто уже знает, что там делать. Тактики знает. Ну чё? А Равис что сказал, не пойдет? Что-то я не понял. Я интернет менял, уже гружусь. У меня на Wi-Fi вот пинг был снова ебанутый какой-то. Ощущение, с увеличением с моего Wi-Fi какой-то сосед начинает порнушку качать, это пипец. Так, а Ну, это ты просто... это... Ну, она у тебя в фоне качается. Нет. Самое смешное. Если бы она у Ты меня это, качалась в фоне, у ладно. меня бы на мобильном был бы пинг. Ты защиту не ставишь, что ли, или что? Ставлю, Пароль. пароль заменял несколько раз. Роутер перезагрузил. И роутер тоже. Вот именно вещи начинается пинг какой-то. Танкуй Подозрительный победителей, слишком. короче. Я этих остальных петухов заберу. И веди их Там... сюда, в сторону дерева. А то, ну, далеко друг от друга. На этого агрессора сюда. Если что, там мой этот ДКшник, тот, что хочет нас Бриню купить, зашел. Ага. У нас дохуя этих ДКшников, я вот не знаю, там три плехи надо было. Вот. Не, я имею в виду героическую. А, ну я не знаю насчет Геры. Надо смотреть по людям, какой состав у нас. О, на связи появился. Ну, на связи, ну. Так-то, если нормальные челики зайдут, там всякие эти... История, Биг Дэм, там Синтек, Некромантика хотя бы.
Ну, притон есть. Можно Геру собирать. Но пока что, мне кажется, только обычка. Так, вам еще 3 моба. Ты, короче... Полуинс зачищаем число. Ну, трэш бьем. Да я понял. Походу весь инс сейчас зачистим. Ну, сейчас пока вроде не спулили. Он пробудители зергать. Только сбивайте им косты. Короче, я босса подержу, ты две копии подержишь, тебе ЛПшка там издалека удобно. Я не знаю, в 4 хила должны прохилить. Не знаю. А чего в 4? 6 вас. Так, а кто там еще в хиле? Вроде не вижу. Я вижу только Вадикон ДД. А че барабан в танке? Не знаю, но точно. Поздравляю тебя, что ты кончил. Кончил, блядь. Знаете, это прям какое-то странное поздравление какое-то сейчас было. Поздравляю. Так, кому там надо в рейд? С Катрисия тебе надо в рейд, нет? Катрисия, тебе шмот нужен? Ну... ЛРСК. Ну, поддержишь, да, этот, да, самый... Да, нахуй там ничего не надо. Третью копию Бурибай тогда. Кто в хилах присоедините, кроме пятой пати и Вадикона? Вот, я понял. Ну, я не знаю, Авелани, ты в хиле? Может, Авелани похилить, давай. Или Хэлла подамажить? Нет, давай я закину его. Сейчас похильте лучше. Чё, рыба будет? Еще не надо. Вот рыба. Так, надо взять, кстати, еще рыбы. Маловато уже. Опять палец порезал, сука, играть неудобно. Так не играй, на замене сиди. Да я сколько занимался, я с недели вообще практически вовку не заходил. Так, ну я босса на связи на 66%, и последний Бурибай заберешь. Хорошенько хилите. Птеросминог, короче, смотри за Войдом, а Хеллоза на связи. Ну а Бурибай там в конце там захилит. А тут сегодня зашел за пивком, думаю, дай-ка зайду в ВОВ, люди пускай пострадают. Так... Надо было еще и вчера топа заходить. Не, я вчера вообще не в состоянии был. Тоже было двойное ЕП. Заебался за ним. Под ебалом не стойте, за спину зайдите. Ой, кто это? Ну ладно. Что там? Да Геру дали. Угу. Откатится как раз. Так, пошло разделение. Цепляй, цепляй быстрее. Перед 33%, перед вот этим станом, паладины нажмете бабл на саку. Смотрите, вот 38% уже скоро. Нажимайте бабл и массакру. Чтобы у вас, ну, чтобы можно было продолжить хилить танков. Все, теперь 3 танка, ну, за моим боссом веди там. Ну, чтобы мы втроем были в досягаемости хилов. Хилы где-то по центру. Только не через центр веди только. Да, по краю. Так, сразу пуляем следующего. Че, хант или кто-нибудь есть в рейде? Два роги. Какой долбоеб на меня кинул? Скажи спасибо, что не диван. Я думаю, что за хуйня, НХ игру срывает, что ли?
Не, Энх не может, Элем может. Но в принципе, если он шоком будет ледяным подавать, то да. Ты смотри, это самое, убери там это, как-то переназначь там или отодвинь кнопку эту. А то это хуево на боссах кидать. То у нас было дело. Диваны кидал, блядь, на танка. Был 0-1. Да нет, это не я, говорит. Метки красные, это вышли, есть. Вышли. Право, лево. В воду. Я понял, нахуй. Че выйти не сюда, да? Бомжи, блядь. Мы поняли. Что там красные сердоли опять до 25 подняли? Я бы Ануба хотел закрыть все запы, хочу, сука. Срезить за чай. Давай сходим, блядь. Сейчас с вулканами сходим. Осколки полутаем. ТЛК-ху можно сходить, и ВК-ху можно сходить. Завтра все равно никто не работает. Да. Сейчас тогда убьем эту херню, напишу. Сегодня гонки не будет. Вот типа к нужду. Все испытывают чувство разочарования, когда у тебя прокнуло увечье. Ты тратишь ГКД на размах, нахуй. То же самое, как с бурей в Т10 у паладина у Ретрика. Буря откатилась, а ты другое говно спамишь. Да, потому что не можешь, нахуй, нажать бурю. Да, не можешь прожать, сука, пиздец, блин. Такая хуйня. Это тупая анимация, типа ГКД идет, такой черный вот это вот скилл. И задрачивается, типа, блядь, то ли он идет, то ли не идет, хуй просышь, нахуй. И самое четкое, это когда у тебя все прокнуло, там еще крылья сдал, и у тебя хуяк так тени на тебя кинулись. Ну это вообще пиздец. Такой ебаный в рот. На ту сторону езжайте, петов уберите, босса не спульте. Сейчас поставлю метки. Не через центр. А, по краю. Там по стандарту милики во тьме РДД свету, сейчас по хилам скажу. Лучше расставь. А вот они, бегут. Я понял, нахуй. Спасибо, что... метеор на голову пойдет. Спасибо, что убрали петов магии. Я просил... Наверное, придется из-за этого подольше подождать. Ты хотел сказать не одетых. Нет, там именно я по этому гирскору глянул, кто сидит на замене сейчас. Там одетых несколько есть. А-а-а. Может, что надо. Сейчас имейте в виду Новый год, конечно. Ну, время чудес, всяких подарков там, блядь. Но имейте в виду тоже там, не ебланьте. Не бегайте там под ебалом у драконов, там вся вот эта хуйня. Время чудес и подарков. Ну, чудеса. На собаках. А просто там, если кому-нибудь хитрости кинуть. Неужели мне чешка бесплатно достанется, нет? Просто если придется это...
если кто-то будет, ну, будем вайпаться, то вместо ГП придется материться, ругаться там. А это тоже не такой, не очень хороший подарок. То есть все как обычно? Да, придется, да. Так, лучше тройной ГП. Так, вот рыба. Короче, в этом... Я, короче, начну, ты, как обычно, заберешь там... Вот ты, короче, будешь в этом... В свету. Вот, Зози, я тебя в тьму кинул. Ты кот вроде бы. Так. Вадикон, ты Элем, да? Так, надо тебя сюда, блядь. Или похуй. Нет, там будут хилы. Хотя... Там некоторые не знают тактику. Ты лучше... Тактика, скажи. Бегаешь за рейдом. Вот, сейчас поставлю метку. Во тьме ориентируемся на кружок. В свету. Кто у нас там умеет говорить? Бен Стиллер. Вот тебе ассист. Да. Базаришь, там побежали, диспел и так далее. Если не диспели, тут ромбик, свету. Если кто не видит, что за метеором, нужно убегать от метеора. И ассисты дал, если метка слетит. Это, короче, блять. Короче, вот так, давай, Вадикон, ты в свету. На связи ты во второй пати, но ты в свету танчишь. Там хватит, в принципе, дамага. Хорошо. Так, по хилам Гламур и Птирсминок остаетесь в свету. Никуда не заходите. Остальные все, Авелания, Неолы, Хэлла во тьму заходите. Там буду я танчить. Ну, в свету, соответственно, Гламур подиспеллишь. Терсминок в основном за танком, смотри. Щит земли там на связи танчить будет свет. Вы не заходите, напоминаю. Вот ему там втроем они захилят. Метки выносим к стене. Заходим за линию. Слезайте с маунтов. Ну или аккуратненько как-то стойте. Так, проверка. Если я его отведу, стойте там в хвосте. Ой-ой-ой, зря отдал, конечно. Персерк, ну да ладно. Метеору побежали. Метеорит. Сейчас у меня берсерк пару секунд еще. Подходи уже к лицу на связи, сейчас будешь забирать. Все, забирай. Один процент до фазы, готовимся. Заходить будете со стороны треугольника. Пока не заходим. Все, заходите со стороны треугольника. Захиливаем. Станьте по центру дракон. Между двух лап. Дыщ выбежал. Короче, вот этот шарик, который пролетел, где с Хдыщем носил. Я от его буду лезвия убегать. Готовимся. Начинаю крутить заранее. Начинаем двигаться. Стоим перпендикулярно к боссу. Сейчас будет лезвие. Вот лезвие. Все, ну где оно исчезнет, там в следующий раз появится. Смотрите. Третье, четвертое, не забывайте, вы выходите, как только портал появляется, свет. 1% до фазы, готовимся. Портал смотрите глазами. Только если он в лицо, быстренько выходите, пока босс не дышит. Тьма стопните на автоатаке. Скадыщ. Ладно, хорошо, что в одном миру только. Метеор, свет, прибежал. Так. Вадикон, давай Геру. Дамажьте изо всех сил. Ляночка. Под ебало не беги. От шарика беги, сейчас лезвие будет. Оно тебя убьет, пульсация. Слышишь, хулидрин? Диспельте его, ну диспель себя. Ты не сдиспелил метку, ну куда ты вернулся? Пиздец.
Думал, здесь спелят. Хэлла, давай Геру. Валфару выноси. Метеор перебежали. Метеор в танке. Ну смотрите, просто из огня выйдите и все. Там трэша нет, полегче. Лезвие сейчас 2 секунды. Так, что-то 30% свет пережимает сильно, да? Ну, похуй, ничего не стопаем, бьем. Я сам здесь спалю. Вот, РДДшная. Вот она. Лёха заказывал. Ну, я за ней шел, ну, сейчас посмотрим. На танка надо кому-то бесплатно? Чисто в коллекцию? Давай мне на распыл. Даю на распыл. Вон а, там он... Бурябай. Бурябай надо? Такс. Где ты, Бурябай? Тут вон триплёха выше всех. Ну, значит, выиграл. Ты же не расстроишься? Нет, ну, по приору он выигрывает. Ну да. Ну, это, всё видишь, правильно. Это из-за новогоднего этого начисления, как он называется. Вот это вот. Не-не, все правильно, нормально. ГЦ триплёха, хорошая тринька на ШП, хасту дает. Прок на СПД хороший. Тапки обоссанные какие-то на распыл, короче. Сейчас дам ЕП. Двойное. Так, это 1400. Так, ну и, наверное, полетели 25. 25 оп, да. Так, да. Там он Вадик, он уже освободил место. А он... Я на сову так-то. А, на сову. Он осколки собирает. Да, а, ребят, ну говорите, да, да. Кому место надо, если что. Топор, кента зови на топор. Там Бринтроль хочет купить кента. Ну, он хочет... Такой...